В прошлом году еще исполняла его Дарья. Почему решили не менять? Ну, оно показалось нам удачным. И Даша нравится оно. Угу. Посмотрим, как в этом сезоне. Оригинальный элемент вращения. Да. Даша является чемпионкой мира в упражнении с лентой. Это было в Москве в 2010 году. Ну, прекрасно, по-моему, справилась. Прекрасно, справилась, но допустила... Что-то ты качала, да, головой, Ира. Допустила она ошибку в одном из пируэтов. Не докрутила чуть-чуть поворот. Ну, посмотрим, как судьи засчитают ей, а в остальном, в целом, ну, очень видно, хорошо. Ну, видно, что ей упражнение нравится. Видно, что она с такой экспрессией эмоционально все это выполняет. Как... Жива плиту, лента, да, все время в работе. В ленте основной элемент тела – это поворот. А это Дашин лучший элемент – конек. Поворот – ее конек. Ну и Наталья Булычева.